ДТП с участием трех машин произошло накануне в районе северного поста Махачкалы. Все участники движения двигались в одном направлении. Сначала притормозил КамАЗ, далее в него ударилась «Газель» и замкнул цепочку аварии «Мерседес». В результате водитель «Газели» погиб на месте, ее пассажир сейчас находится в больнице. Предположительно, причиной послужило несоблюдение дистанции. Выясняются все детали дорожно-транспортного происшествия.